Как сделать заказ в Арсак? Мы заходим на сайт. И вот здесь есть несколько вариантов, да? Можно через код продукта сделать заказ. Вы нажимаете через код продукта. Дальше нужно согласиться с информацией. Продолжить. И вот смотрите, к примеру, у меня есть какой-то код продукта. Вот 145. Я вношу этот код продукта. И вот, пожалуйста, гель для волос. Мокрый эффект. И цена — это уже со скидкой. Это уже цена для зарегистрированного пользователя. И второй вариант, как можно делать заказ, это через классическую версию. То есть нажимаете классическая версия. Опять же соглашаетесь. И вот здесь вы видите код. Вот они идут таким образом. 1001, 1002, 1003, 1004. Вот, пожалуйста, да? Вот таким образом вы можете посмотреть. Дальше. Так, значит, я заказываю. Сейчас заказываю. Минуточку. Вот у нас пошли БАДы. Вот я заказываю две рейши, потом зубную пасту. Здесь вот чем хорошо, вы можете прям навести и посмотреть, как выглядит вот то, что вы заказываете. Вот зубная паста. И крем для волос. Можно вот так Ctrl-F нажать и написать волос. Вот у нас получилось. Гель мокрый эффект. Вот один заказываю. То есть вы когда вот так нажимаете, здесь написали какое-то слово, и можно поклацать, и вам покажут все слова, которые есть тут на этой страничке. Значит, гель для волос. Ну и добавляем все это в корзинку. До даты, до кошика. Вот, вот у меня сколько получается. Мы можем зайти в нашу корзину. Вот эта цена к заказу 2180 гривен. 8 баллов. Значит, я купила гель для волос «Мокрый эффект», зубную пасту одну и две рейши. Если вам нужно что-то изменить, то вы сюда не нажимаете «Продолжить замовление», потому что там можно очень легко запутаться. Ну, давайте посмотрим. Так вот. Так, вернемся. Если сюда нажать, здесь не очень удобно будет выбирать, поэтому есть смысл просто еще раз нажать классическая версия. Опять же галочку. Опять галочку. И добавить. Или если хотите удалить, то мы переходим с вами в корзину. Удалить. Просто нолик ставите здесь. И обновить корзину. То есть добавить через опять эту классическую версию. Удалить. Просто ставим нолик. И теперь давайте продолжим дальше. У нас еще здесь есть возможность подарков. Вот я беру общую уборку для ванн-туалетов.
Еще беру лосьон для тела. Еще один лосьон для тела. Так, этих два нельзя, только один можно. И еще, то есть вот я забрала все подарки, которые можно, 6 подарков. И мы идем дальше. Так, давайте вернемся назад и еще раз проверим. Вот смотрите, я хочу показать. Вот у вас внизу в корзинке будет написано, что акция, вы можете получить 6 подарков. Вот. Для того, чтобы завершить, выбрать эти подарки, надо нажать вот на эту кнопочку. Нажимаем на эту кнопочку. Так, значит, я выбираю этот подарок. Этот подарок. Так. Вот как раз 6 подарков. Так, в итоге вот у меня получилось по 2 крема и общая уборка и для ванн и туалетов. Отлично. Теперь, друзья, очень важно, вы когда берете на 6 баллов, то по Украине доставка бесплатна. Когда берете на 8 баллов, то вы можете получить вот все подарки. Я в данном случае вот получаю 6 подарков. И идем дальше продолжить. Мы проверяем, что все данные здесь правильные. Адрес доставки. Дальше продолжить. И вот здесь у нас номер, на который перечислить надо деньги. Так, вот мы сейчас зайдем по передней замовлення. Нет, это не оно. Всего 2300. Так, сейчас мы посмотрим. Нам нужен номер заказа и сумма. 2108. Это сумма. Номер заказа. Сейчас посмотрим. Так, идем дальше. Продолжить заказ. Вот еще раз проверяете, чтобы адрес, чтобы все было здесь правильно. Я согласен, нажимаете. Дальше. Еще раз идете по переднее замовлення, детали. И вот здесь в самом низу будет сумма платежа. Так. Вот 2108 гривен 33 копейки. И нам обязательно надо скопировать вот этот код. То есть, чтобы когда мы оплачиваем в приватбанке, чтобы указать, за какой номер заказа мы оплатили. Вот сейчас вы видите то, что мне, то, что я оплатила. И вот то, что мне подарками компания дает. Здесь еще есть каталог. И если нету супер акции, то дают каталог. И я супер акцию не жду, потому что, конечно, это выгодно. Это дополнительный еще подарок. Но так как БАДы разгребают очень быстро, то мы решили не ждать супер акцию, а взять вот гриб рейши. Теперь идем в приватбанк и оплачиваем заказ.